Интересный у нас город. Промышленный, все. Можно сказать, 3ГЭС в области. Ну, одна подальше чуть, но фишка в том, что у нас вторые сутки нету электричества уже на дачах. В новостях об этом глухо почему-то. Как будто в городе все у нас нормально. Интересно, они ждут, когда люди, которые здесь живут, пойдут к ним? Или чего они ждут? И в чем проблема у нас в городе с электричеством? Это очень странно. Вообще перебой с электричеством у нас в городе — это что-то невероятное даже, я бы сказал.